начинаем играть в игру Слендерина Подвал 1. Я ее снимала давным-давно, но когда-то удалила это видео с канала, теперь тут все поменялось. Так, включу хард, чтобы вам было интереснее смотреть, потому что играть на изи и на медиуме — это все фигня. Ух, нифига, графон поменялся. Не, ребята, я домой. Зачем они тебе? Тебе своих дома мало. Это тебе не книжный магазин. Я так понимаю, во всех играх про Слендерину мы играем либо за репортера, либо за следователя. А! Ну ты вернись! Небритая. Я не понимаю, что ему дома не сидится? Ну соберет он эти 8 книг. Ну прочитает он их. Че, он типа такой смелый, такой умный. Пусть Колобка дома читает, сидит. А тут каждая книга стоит жизни. О, ключ. Отлично. Ключи тут — это важная деталь. Без них вообще нельзя уходить. Пропустил один ключ? Все. Любая закрытая дверь, и тебе нужно будет по всему подвалу искать тот ключ, который ты где-то просрал по дороге. Лучше сначала внимательно осматриваться по сторонам. Че за грохот? Слендерина спотыкнулась. Воу, книженца я. Иди сюда. Так, 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 так. О, если я не ошибаюсь, там тупичок. Это я точно помню. Ты нормальная? Лицо сначала вымой, а потом людей пугай. И зубы потом почисть, воняет. У нее же нет зубов. Мы идем. Развилочка. Так, налево, направо. Направо, налево. Налево. Главное не заблудиться. Хотя я этот подвал наизусть знаю. О, дверь. Так, так, стоять. Нет. За что? Это, конечно, неприятно, то, что я сейчас ключик потратила просто так. Но теперь придется обнюхивать весь подвал в поисках нового. Окей, класс, спасибо, круто. Так вот, куда надо было ключ пихать, ясно, понятно. Если эта беззубая мадам сейчас появится, главное крайне быстро от нее отворачиваться. Пусто, выросла капуста. А тут пусто, не капуст. А, ключик, кул. Я его еще тратить не буду, по дороге... Опять? Женщина, носи прокладки. Так, помню, что главное, это просто так ключ не тратить. Слышите, она по-любому вон там. Женщина, тебе тампоны надо? Не надо. Княженца я, спасибо. А по-другому нельзя было никак Слендерину изгнать? Я вообще сюда могла со священником прийти. Мне больно. Когда, блин, взлетаешь, надо предупреждать. Вот такой графики и всех этих причиндалов в старой версии никогда не было. Это сейчас обновленное. Господи, Я сказала, блин, заткнись мной обедать. Ладно, продолжаем искать книги, потому что у нас всего лишь 2 книжки из 8, нам еще целых 6 искать. А я очень сильно задолбался и хочу есть. А Слендерина — это призрак, да? Жаль, что призраки по своей структуре несъедобные. Так, тут пусто? Да, тут пусто. Хотя часто здесь бывает книжка или ключик в углу висит. Но не в этот раз. О, обожаю этот коридор, он ведет вот сюда. Я это место называю библиотекой. Ну потому что слишком много полок. И здесь часто, очень часто может лежать по 2 книжки. А то и ключи могут висеть. Ой, ты мой родной, иди сюда. О, круто, книжка. Давайте в шкаф спрячемся. Да не трогаю я твой шкаф. Мне всего лишь в нем надо было спрятаться. Для чего еще он мне нужен? Я что, украду и продам его, что ли? Люди, продается шкаф. Вы можете похоронить в нем кого угодно. Особенно тебя, которая пугает тут людей. Спустился ты в подвальчик за баночкой огурцов, увидел проститутку в белом одеянии. Не, нам таких огурчиков не надо. Так, осталось найти ту закрытую дверь. Помните, мы для нее еще ключик искали? Во, это моя любимая дверка. Офигенно. Отвали. Отвали, моя черешня. Она постоянно глючит в одном и том же месте. Грибов нахавалась, теперь вот... Стены целует. Здесь просто платформа 9 3/4, если что. Пожалуйста, не выпрыгивай на меня из шкафа. На меня однажды так моль выпрыгнула. Книжка есть! Теперь можно валить из этого подвала и идти в следующий. Аллилуйя! И сейчас Даша такая заблудится. Ору, девка в дверях застряла. Это, наверное, какой-то принцип маскировки. Тихо, я дверь, меня не видно. Сейчас главное медленно, аккуратненько, не спеша дойти до выхода. Ибо я не хочу больше видеть эту швабру, потому что у меня 4 книжки, и так их просто я терять не хочу. Там, если я не ошибаюсь, второй коридорчик вообще коротенький, он состоит из 2 комнаток. А третий коридор, он чуть короче первого, вот в котором мы сейчас находимся. Мы идем. А вот и все, пришли. Вот он, который поменьше первого. Он интересненький, кстати, коридорчик.
Так, сюда мы не ходим, сюда ходят лохи. Но мы не лохи. Ты чё, переодеваешься? Дай посмотреть. Да тебя тут даже нет, чё ты закрывалась? Спасибо. И на этом. Спасибо. Ребята, осталось 3 книжки, и мы сейчас все на изи пройдем. Но играем мы на харде, а так пройдем мы будто на изи. Если не ошибаюсь, это тупик. Да, это вонючий тупик. Ребят, из-за тебя приходится вперед ходить. Только попробуй мой зад укусить. Блин, чуваки, кто помнит, куда дальше идти, какой следующий коридор? Так, я здесь была вроде. Да, она была, она тут типа свое голое тело прикрывала дверью, видимо, нечем. Теперь вот стеной прикрывается. Вообще. Тупи-дупи-ду. Да как вы со мной тут все обращаетесь? Хватит меня ронять. Сначала, блин, прилетят, потом тебя обляпают и улетят. Вот голуби, ей-богу, вас по-другому не назовешь. Надеюсь, я не зря ключ потратила. Ну, конечно же, зря. Кому я тут нужен? Ладно. Мы идем. Пришли, получили инфаркт, ушли. Так, это что за лаги? Птичка вылетела. Книжка закрылась, мне она тоже нужна. Жадина, говядина. У-ху! Книженция! Ребятки, осталось найти одну книжку, а она по-любому в последнем коридоре. Сейчас главное не заплудиться и не просрать. Швабра, блин, только попробуй оказаться где-нибудь там за углом. Я тебя ушатаю вот этими 7 книгами, тебе мало не покажется. А, блин, куда идти? Развилка, тупик. И там, и направо, по-моему, тоже тупик, да, по-любому тупик. Вот какие игры память развивают, а не вот эта вот детская дресня из плеймаркета. Здесь ты находишься в экстренной ситуации, и тебе нужно быстро соображать и думать. Хопа. Последний коридор. Если я проиграю, я буду жестко бомбить. Где книги? Библиотекари, по-любому там. Последняя. Да, спасибо, аллилуйя. Вы вообще отстаньте от меня, женщина, я вас не знаю. От вас пахнет плохо. Итак, финишная прямая. Да, все, все про... Что? Откуда у нее в шее дырка? Она что, гвоздями питается? Да, мы сделали это.